Первомайский рассказ. Казанова блевал у открытого окна. Извергаемая извергалась на подоконник и тягучей струей сползала по обе его стороны. Мир внешний и мир внутренний никак не реагировали. Во внутреннем не было никого, кроме Казановы. А во внешнем? Ну вы же знаете, что во внешнем. Но почему блевал именно Казанова? Ему-то какое дело? А вот блевал. Блевал, несмотря на то, что его интересы почти никак не затрагивало то, что во внешнем мире. А во внутреннем он был один. Всегда один. Очень бы хотелось продолжить описание действия, но оно вместе с действующими и недействующими персонажами, Казановой, извергаемым им, а также подоконником, внешним и внутренним мирами, начало вдруг сворачиваться в тугой пленочный рулон, где сквозь последний виток просвечивали и предыдущие, но все мутнее и мутнее, да и само действие внутри как бы застыло, как бы переключив всю энергию на это сворачивание, которое вскоре тоже прекратилось, исчерпав самого себя. Вот и все.